Всем привет! Вы на канале Ниндзя Никиты. И это третья часть прохождения Сталкера. Первое мое прохождение. До этого я ни разу не играл. Продолжаем. Мы остановились в канализации. Я забыл звук сделать. Сейчас сделаю. Все, теперь он есть. Ну что, погнали. Я сейчас понимаю, что я еще не дошел ни до одного монстра, а уже страшно вырубай. Так, надеюсь, я же сохранился, да, все сохранился. Так, там еще двое были военных, нужно калашник взять. Хотя, может, против них... Блин, непонятно, какая у них броня и вот эта вот вся хрень. И как вообще броня работает. Мне нужно где-нибудь магаз закупиться чисто. Так. Бля, на калаше не очень много патронов. О, погнали. Тут можно? На шифте, так сказать. Откуда они вышли? Ой, надо, короче, супер аккуратно через эти штуки идти. О-о-о. А что делать? А если у меня броня хреновая? Падла. Так, я дошел, надо сохраниться. Ё-моё. Я уже думал, да все, типа, хватит. Как там? Ой, я двоих снял. Блин, удобный скилл. Наклоняться. Выглядывать. Так, это выёбно. Я не до конца понимаю, как стрелять в плане... так, бахнем колбаски. Так, хочу все это продать уже. Мне нужна броня, типа, я бы только брони купил и все. Фак, Понимаю. Оружие заклинило, нужно перезарядить. Они даже это сделали. Вот тебе. Так, что, у них есть что-нибудь интересное? Может, гранат кинуть? Так, ну какая она кнопка? Это очень нехороший звук. What the fuck? Бля. Все хочу залутаться сначала. Так, мне чуть не нравятся звуки, которые там издают. Проливайся, высунется. Бля, я не понял, как вот, вот с этим прицелом стрелять. Куда целиться? Что тут один этот челебас? Соси. Сосыть! Так. Че, кого тут залутать-то можно? Сука! О, это что сейчас было? Ебай, кровосися! Тут еще и кровосися! Меня полностью окружили. Я ненавижу уже это. Так, там один вот этот хрен остался, и все.
Нет, видимо, не один. Там еще кровосос. Так, попробуем гранату туда кинуть. Блять, бля! Перезарядка! Откуда ты тут? What the fuck is that? Да это как тебя убить? What the fuck? Убейте его. Ура! Это шок. Контент, конечно. Ладно, юзаем эту аптечку. Так, надо сохранить. А как их убивать? Ой. А как убивать кровосись? Что? Бляха. Да отвяньте! Бля, я, по-моему, все гранаты просрал. Не вещи? Понял. Спасибо. Полезно. Все гранаты просрал. Как вкусно. Как неожиданно и приятно. Ой, кажется, я сдох. Хер знает, я попадаю, чи нет. Нереально. Анвиби, бабле. Как попасть-то? Их там трое. Там четверо. Шок. А, блин, я вот это я не знаю, как пройти. Ну, типа, зарашить их сложно. У меня мало... всего. Я не очень выгодно сохранился. С дробовика тоже такое себе идти на них. Мало хилок, точнее, вообще их нет. Были бы хилки. Ну-ка, вот этот возьмем. А, у него эти патроны. А, это АК? Подождите, у меня же еще АК-47 должна быть. Или это она и есть? Это АКМ. У меня, по-моему, еще что-то должно было быть, нет? Так, окей. А, сука! Вы черт. Вы одеты как черт. Мне надо ждать, когда они подойдут. Тут их уже... Ой-ой-ой. Я поймал маслину. Маслину поймал. Надеюсь, я попал по кому-нибудь. What the fuck? Сосать и сосать. Как же они бесят. О, я нашел хорошее место. Пусть сами сюда идут. Пусть сами сюда идут. У меня не калаш, был бы калаш. Фак. Зарашат. Да хватит, у вас там перезарядка есть? Че нет? Так, ну вот эта кучка мне нравится. Окей, надо сохранить. Получи, скотина. Типа у них калаши, они на дальней дистанции ебошут. Только так.
Так, мне надо залутать их. Сука, я не могу к этой херни подойти. Ну, возьми у него все. Сейчас мне бы похавать. Норм. Иди сюда, чертила. Окей, изи. Типа рашить никак не получится. Ну вон он ходит. Как же не задрали уже. Сколько там еще? Еще один? Надо ждать его. Да фак. Конец. Может, это не все даже. Вы слишком вооружены. Еще, бля, вы че, рофлите? Я только расслабился. А, надо на карту еще смотреть. На карте еще. Вот где он был? А где он? Блять! Куда они стреляют? Сосать. Так, это все сюда. А это все мне. Так, тут что интересного есть? Стул. Фух, надо сохраниться. Вот сейчас я начну проходить всякие игры, типа готики. А у меня уже будет скилл сохранения. Надеюсь, на этом ваши полномочия все. Так, надо взять калаш. О, патрончики. Патрончики на калаш, это вкусно. Так, это что? Типа два человека? Так, а куда мне? What the fuck? Как отсюда выйти? Не, подожди. Вон туда мне? Или вперед? Впереди есть что интересное? Ну что, тебе похавать надо, че не? Вот это у меня уже АИМ вырубал. Их там еще дохерища. Так, там, по-моему, начка была. Нычка, точнее. Начка, что за слово вообще? Так, я тяжелый, блин. Че выкинуть? Выкину эти оружки. Потому что, ну, патроны выкидывать, это вообще бред. По-моему, тут нычка была. Если я так правильно понимаю. Что значит это знак? Туда уже выход, типа. Вот, вот сюда. И что это? Все? Может, там какой-то... Что такое? Радиация +5, разрыв +2%. И что это?
хрень какая-то далась. Ну, мне типа МБ туда выше можно. Ну ладно, все. Погнали дальше туда. Я-то думала сова. Там можно их вперед обойти. Тут обойти можно, я так понимаю. Вы слишком истощены, чтобы двигаться, класс. Очень полезно. Это что такое? Армейская аптечка. Специальный медицинский набор для борьбы с физическим повреждением и кровотечением. В него входит компонент для ускорения сердцевой крови, обезболивающие антибиотики и иммунные стимуляторы. Ну что, этим хилиться лучше. Так, что все? What the fuck? Я прыг... Что мне выкинуть? Я уже все выкинул. Все, что можно было. Задание провалено. Получить информацию о стрелке. What the fuck? Куда-то я не туда тыкнул. Наверное, нужно идти по направлению. Так, где я? А, ну вот, я тут все заюзал. Так, тут я все забрал. У этого чела тоже еще заберем. Ну, сейчас я акой постреляю. Так, там был артефакт, тогда го его заберем. Мне очень быстро сажается. Не, иди нахер. Энергии вообще не хватает. Почему он так быстро сажается? Это из-за переносимости, не знаю. Прокачки выносливости тут нет, как в GTA, там, например. Типа бегаешь-то. Представляю, какая тут качалка. Так, это же вот это, да? Где этот камень? Радиация, пулестойкость. Да, может пулестойкость взять? Что за камень я взял? А это что такое? Радиация плюс 10, кровотечение плюс 10. А, типа у меня сильное кровотечение будет. Погнали. Где они, ебать? What the fuck? Мне эта хрень радиацию повышает. Фонарик вырубить. Куда звуки, бля? Да никуда он не денется. По-моему, тут. Все. Лежать плюс сосать, плюс патроны. Ну, у меня там миллиард патронов для пистолета. Пистолеты бесполезнейшие. Я не знаю, там вот только пистолеты можно юзать только которые с глушителем, наверное. На АКУ очень мало патронов. Надо сохраниться. Ну, как я и говорю, продолжаем симулятор сохранения и, блин, хождение по канализейшн. Точно, тут эти челебасы. А где они? Где? А чё, где они? Выше.
Или сюда все-таки? Тут надо сохраниться, а то опять вылетит это задание, что провалено. Внимание! Блять! Засада! Какие же они уроды. Тут на засадах сидят. What the fuck? Откуда? Падва. Упадва. Напугала. Так, куда нам? Наверх чи нет? Наконец-то выбраться отсюда. Нам дадут это сделать. А! Тварь. Напугала. Нет, наверх нельзя. Фак. Значит, туда идти. А там радиация. Блин, наверное... Неужели можно было пойти куда-то закупиться? А я без этого. Надо было закупиться. Откуда он вылез? С какой дырки? А вот он. Ладно, я думаю, хватит. На спидраны чё? What the hell? What the fuck? Что за херня? What the fuck? Что это сейчас было? Сказать, что я не обосрался, но пиздец. Он еще... Я не понял, с какой он стороны подошел ко мне. Он отсюда взялся. Или откуда? What the fuck? И что с ним делать? Его можно убить? Так, надо прям перед ним сохраниться. Я не понял. Во-первых, что это было? Я тоже хочу такую суперсилу. Да умри. Он еще вышел отсюда, типа. Я так и не понял. Я не вижу, где. А, у меня же фонарь. Так, во-первых, мне надо выкинуть все ненужное перед этим боем. Так, наверное, надо было сначала выкинуть. Так, хаву это. Ненужное. Аква. Хотя нет, лучше выброшу этот один. Оставим. Я просто не понимаю, что мне делать в плане надо убегать или че нет. Давайте вот тут сохранимся. И что это за херня вообще?
Беги, беги. Беги, беги. Линер. Ебать. Линер. Да фак, остановись. What the fuck? Бля. Куда? Ну и его Unreal убивать. Вряд ли его можно убить. Вряд ли. Так, чё, куда мне? Ну я почти чуть не убил. Это вот этот вот вход был. Так, чё, куда? А, вон все показано. Красы! О! Попали! Красы! О, я не сохранился! Или я сохранился, подожди. Или я не сохранился. Или я сохранился. Или не сохранился. А, нет, все сохранился нормально. Так, захавать надо. Плюс берем аку, идем наверх. Как тут попадать? Непонятно, как целиться. И мне не нравится этот звук. Мне ой как не нравится этот звук. Вот так. What the fuck? Не туда! Может, надо на стелсе? А я не понял. Блин, напишите, плиз, можно ли этого вообще чувака убить, который тебе... Я даже не знаю, кто это. Как мне выбраться? Внимание! Да там леби, бабле. Так, я не понял, мне надо по стелсу, что ли, выходить оттуда? Можно было бы... Была бы тут такая тема, что одеваешь их, ну, как называется, обмундирование. Погнали, ладно, попробуем по стелсу. Выключить фонарь надо. Идут сюда, падлы. Да бля! Ну... Кто-то начинает стрелять, уроды. Уже заклинул, нужно перезарядить. Идиот, что ли? Где еще? Откуда? Блять, сзади где? Это тот урод? Красы!
Ну чё? Быстрая башка до пирожка. Ладно, давайте оттуда будем отстреливаться. Надеюсь, патронов хватит. У него не было патронов, серьезно? Где? Бля, не вижу, откуда? Нет, хуёвая. Хуёвая затея. Оттуда стреляют. Где? Бля! Может, мне просто пробежать здесь? Где выход только понять? Там, что ли? Надо как-то отсюда выйти. Сейчас придумаем. Сложно что-то? Сталкер! Красы! Бля. Красы! Бля, ну нет! Ну почему ты стоишь? Ну иди, молю. Я не знаю, как оттуда выбежать. Обычным бегом, не супер быстрым. И тут уже флешануть. Последнее сохранение. Короче, да, я там просто добегу, а потом флешану. Нормально. Так, надо... выкинуть еще всякого говна. То мне кажется, я из-за него быстро это падаю. И тоже освободить вообще надо, выбросить одну. Да и вторую тоже нахрен. Все. Нахер. Просто пошли. Пытаемся, чтоб нас не задели. Бля, ну прям впритык, сука, подходят. Все, ран. Ран бой. Все, на гейничах. Главное не нарваться на... Главное не нарваться теперь на ту хрень из канализации или на аномалию. О, это вроде должна быть нычка. Как вкусно, какая вкусная нычка. О, там что-то можно было обыскать тайник. А, в натуре тайник. Ну все, хватит. Че вы? Так, тут тоже есть. А, тут этот, хрен. Так, мне бы... захилиться и сохраниться. Фух, вот это вот... Ой, нет, не то. Игра на YouTube. Вот это вот самое напряжное. Похер на собак. Я не знаю, это наши. А, я ж тут был. Все, я понял, где я. Спасибо, друг. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Послушай, военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. Побежали, я тебя выведу. What the fuck? What the fuck? Какое у меня задание? What the fuck? Почему? Что? Уничтожить военных? Блядь, где? Что? Кто? Откуда? What the fuck? Я не понимаю.
Уничтожить военных? Мне там на базе их нужно было всех уничтожить? Тут тихо. Серьезно? Так, я надеюсь, сейчас никого не будет в канализации, потому что это, ну, это бред. Я тут всех уже перестрелял. Так, а что мне с той хренью делать тогда? Так, ну-го, пробежимся. Еще раз. Что мне с той хренью делать? Тут вот куча трупов. О, кстати, не подобрал. Интересно, та хрень еще стоит там? Мне кажется, она там еще стоит. Так, я ни хрена не понял. Как ее убить, во-первых? Так, перезарядимся. Херово. Бля, вот он. Мы сломали ему скрипт. Где он? Сосать плюс лежать, ёпт. А кто это? Отношение враг. Мы сломали ему скрипт. Чё, сосать плюс лежать? Вот так вот. А кто это такой? Отношение враг. Ну ладно. Красавец. Окей. Его можно было убить всё-таки. Так. И знаете, что мне не нравится? Мне не нравится, что мне нужно убить военных. Да? Еще... Так, еще раз год чекнем. Так, уничтожить военных. Я где? Я где-то тут. Получить информацию о стрелке, встретиться с группировкой Крот, получить информацию от Крота. Выкрасть военные документы, отнести документы. Это вообще вот здесь. Отнести документы бармену. Так, мне сначала надо уничтожить... Что сделать? Уничтожить крота? Спасти крота, уничтожить военных. Мне, короче, надо всех военных убить. Это ж... Так, окей, я убил эту херню. Он был похож, честно, на Путина почему-то. Я не знаю, с чем это связано, но, в общем, да. Блять, где он? Где? Где? Что? Ёб твою мать! Так, я ж сохранился. О, ну это чисто игра на сохранениях. Ну, в общем, если бы я в реале попал в вот этот в Чернобыль такой, ну, вот этот вот мир чернобыльский. А, перезаряд, понимаю. А, ладно, лучше сдохнуть. Сколько их, интересно? Я не на ту кнопку просто нажал. Я взял пистолет. Мне надо убить всех. Да как? Мне вот это вот... Ой, блин. Ну, мне надо спасти крота, убить всех... Ой. Упал. Не упал. Ладно, сейчас еще раз.
Теперь у меня в руках нормальное оружие, а не бинокль. Я-то думал, тут постылся, а тут тупо мясорубка, как в постеле, наверное, каком-то. Почему у меня в руках эта хрень? Не уйдет! Так, нужно подхилиться. А чем? Чем бы захилиться? А, вот. Это супер аптечка. А у меня есть несколько супер аптечек, поэтому окей, все. Так, игра на YouTube. Ну что, погнали. Патронов жалко, нема. Блин. А мне, я чувствую, не хватит этих супер аптечек. Ну это вон хрен вон тот вон. Как он по мне попадает? Откуда? Это очень тяжко. Я уже не могу в этом стрельбище. Еще непонятно. Блин, без прицела легче стрелять, чем с прицелом. Так, я подобрал у него? Я подобрал. Ладно, надо, короче, тупо ждать их на самом деле. Просто смотреть с этой или с той стороны. Вот и все. Как-то его убил? Убил. Перезарядка, вкусно. Что было бы неплохо. По-хорошему. Рядовой Всеволод. Лежать. Бля, где они? Я не вижу их. Вот мне... Бля, вон там хуй сверху стоит. Откуда? Что? Откуда? О! Не за... Вот тут реально камуфляж работает, потому что... Не, я их не вижу. Я их тупо не вижу. Мне бы того сверху убрать. Прям можно сохраняться. Так, еще раз. Отсюда двое пойдут. С кустов. Мне бы их видеть, блин. Вот вы их видите? А, вон один. Там вообще тяжко его заметить. Он типа со спины ко мне подошел так в прошлый раз. Где они? Теперь с этой стороны должен пойти. Так, надо сохранить. Ой, фак! Кто придумал эту кнопку? Последнее сохранение загрузить. Кто это изобрел? Все, ты труп. Так,
Вот эти челы. Так, там еще один должен пойти. Я хотел сохраниться. Да с... О! Как же вот супер тяжкий момент. Вот это вот военные, это капец. Видите, в реале в таком месте оказаться. Я не вижу, вот где он? Не вижу. Если бы я еще слышал их шаги, то же они тупо... Вон он. Иди сюда. Вот этих убил. Следующий, плиз. Ой-ой-ой. Вон идут. С этой стороны меня только вон тот напрягает. Ты не слышишь меня? What the fuck? Патронов нема, меняем пушку. Ядрить здесь патронов! Ой, мне пиздос. Есть накалаш? О, нормас. Накалаш чисто. Не. Оба-на. Так, надо сохранить. Вот это прям напряженный момент. Не люблю такие. Лежать тут сосать. Чисто после каждого убийства сохраняться, прикиньте. С ума можно сойти. Так, все, наверху не... Один. Как он задел, интересно. Там капец народа. Надо в кусты засесть. Патронов, конечно, нема. С этой стороны кто-то еще идет. Где? Кому они стреляют? Оба-на!
патронов нема. Ой, капец, все плохо. Все плохо, потому что нету этих патронов вообще. Вообще нема. Нема. Так, возьму-ка я дробовик. Интересно, их дробовик ваншотит? Я знаю, что меня точно ваншотит. Мне кажется, все. Мне нужен супер экзоскелет. Конечно, было бы... Бля! Я вижу. Вы прикиньте, а если мне вообще не сюда надо? Сука. Нужны патрончики. На калашек. Куда? Где? Я, по-моему, не сохранился, да? Я уже устал их вычищать просто. О, да. Я это пройду. Я хочу их убить всех теперь. Там написано убить
всех военных. Если мне нужно прям тут все зачистить, это кобзда. Комариная кобзда. Делаем. Куда они убежали? What? Куда они убежали? Где они? What? Куда они убежали? Вы их видите? Я нет. А они есть. Вот и я не вижу. Вот где они. Да они исчезают. Вот где они? Так, надо прочитать задание. Нет, я не могу их убить. Это жестко. Что, прям уничтожить военных? Уничтожить военных. Где я? Это что за задание? А, это украсть эти, получить, уничтожить военных, это выкрасть документы, вот что за задание, мне один хрен сюда надо, ни один хрен сюда надо, фак, тут еще ничего интересного, очень сложно без патронов, у меня миллиард патронов, он 1400 на пистолете. Если бы было бы удобно стрелять, конечно, с него. Где вы, уроды? А, бля! Ладно. На этом серию закончим. Это я уже не могу. В общем, мне один хрен да сюда нужно, чтобы забрать документы. Мне нужно в это здание. Ну что ж, спасибо за просмотр, не забывайте, не забудьте написать мне, что это за хрен был, который меня притягивал. Всем пока!